Это солнышко. А, блин, ну вообще раритет. Из Чехословакии теща привезла. О, не работает уже лет 20 или 30. Кто металл не воровал, тот жизни не видал. Вау. Здесь как это, в Советский Союз попал. Учителя строили сами себе вот эти квартиры. Ну, а... 3 квартиры, получается, на площадке. Нас здесь вроде как все устраивает. И больше не хочу возвращаться в такие дома. Но появилось больше иностранных специалистов. Там в 11-12 в Любани идти страшно или нет? Опасно ходить или нет? Борщевик теперь у вас здесь цветет, да, и пахнет. Дальше. Тоска какая-то здесь. Ну тут, я полагаю, советских времен особо, да, ничего не, да, изменилось. Поэтому местным жителям в понедельник бывает еды не хватать. И там надрали спартачей. Иностранные специалисты постарались. Местные этим почти не пользуются. Утром река разлилась. Пени здесь просто, не знаю, тележками раздолбили, похоже. Ну, я на железке работаю, у меня бесплатно, я не могу сказать. До московского вокзала, то есть почти до центра города, 1,5 часа. Пилят много, да? Да, 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 да. Что с работой у вас здесь? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в Любани, Ленинградск. Области, Тосненском районе. А в Любани 4300 человек проживает. Это город с 1917 года. Ну и мы, естественно, с вами на площади Ленина. Как правило, с этих площадей начинается практически любой город. И вот обратите внимание на прекрасный памятник и, скажем, такой окультуренный дом культуры. Сегодня мы посмотрим этот город и поймем, чем здесь живут люди, сколько стоит недвижимость, продукты и все остальное. Погнали! От центра Любани до центра Санкт-Петербурга 88 километров и почти 2 часа езды на машине в выходной день. На электричке можно доехать за час. Как раз вот он, железнодорожный вокзал и большая станция Любань. Ну, естественно, прямо у станции большое количество коммерции. Сегодня моим экскурсоводом будет Алексей и его дочка Аня, правильно? Пойдемте, начнем смотреть с вокзала. Вот это основная здесь торговля, правильно я понимаю, в Любани? Да, здесь два комплекса, так сказать, Магнит, Пятерка, мелкие там одежда какая-то. Фикс прайс. То есть сюда съезжаются, ну, все окрестные деревни, дачные поселки. У нас их два самых крупных, наверное, в области. Ну, здесь что, Трубниково, Померание, вот эти Бабина. Массивы. Бабина 2, да. Там, наверное, 1050, мне кажется, в совокупности участков, не знаю, да, если не больше. Ой, я помню времена, когда для Бабина присылали из Питера скорую в Любань, чтобы она дежурила летом. Ничего себе. Отдельно машина. Потому что местных не хватало. Что с работой у вас здесь? С работой? Вот магазины. Только школа, торговля, получается. Школа, торговля, соцучреждения. Да. Пилорамы есть. Ну, какие-то мелкие производства. Пилорама типа частная? Да, все частные. Их, наверное, штук 5 здесь. Лес рядом тут. Пилят много, да? Да, 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 да. Ну, грубо говоря, тут до Новгорода все леса. Угу. Ну, в принципе, да, когда по трассе едешь, да, один лес. Совхоз такой, ну, что-то живой. Коровы есть? Есть несколько коров. Не несколько сотен, а несколько, наверное, штук. Десятков, может быть. Ну, не знаю, приезжает Галактика, бочка, забирает молоко каждый день. Mm-hmm. У нас в Ушаках совхоз Агротехника. Когда-то был богатый совхоз, который построил вот поселок Сельцов, который мы позже увидим. Mm-hmm. С вами видим здесь памятник Любани. Как раз первое упоминание Любани было в 1500 году. И вот сделали вот такой красивый памятник. Наш герб. Герб Любани. Так, получается нам, чтобы... Ну, сейчас на платформу, с платформы там перейдем. Можно, конечно, через мост, но это дальше. Есть, да, у нас наземный пешеходный переход. Пойдемте через наземным пути. Куда идти, командуете? Через платформу налево. Потому что электрички ходят по расписанию. Утром сколько чаще. Отсюда до Питера ехать? До Обухова примерно час, час 10, что-то такое. А до московского вокзала, то есть почти до центра города, 1,5 часа. А сколько билет стоит на электричку? 200 с чем-то рублей. Это в одну сторону? Да, да. Ну, я на железке работаю, у меня бесплатно, я не могу сказать. Это вот у нас, соответственно, Питер у нас вот там, да. Москва с другой стороны.
Вокзал еще, полагаю, наверное, в царских времен. В царских времен его разбомбили в Великую Отечественную, восстановили. Угу. Мы еще внутрь зайдем. Там внутри тоже красиво? Там очень красиво. Там советская барокко, я не знаю, как это назвать. Что там, уточки, я смотрю, плавают? Ну, там такой пруд, да, накопитель. Смотрится неплохо. Колонны напоминают Витебский вокзал Санкт-Петербурга. Ну, вот он старинный. Да-да-да. И вокзал, и церковь вроде как одних годов, но я не уверен. Нет, церковь по истории чуть позже построили, чем вокзал. А, да? Я просто сторонник альтернативной истории. И подвал церкви очень похож на первый этаж, который засыпан. А в Питере, кстати, тоже очень много зданий, где первые этажи засыпаны. Когда производят там какие-то работы, раскапывают, и видно, что там окна просто закрыты кирпичом. Понимаешь, что когда... А есть раскопы, где окна целые, просто засыпаны землей, и целые окна и двери со стеклами. И вот возникает сразу вопрос. Никто же не строил, чтобы окна у тебя были в землю, никому это не нужно. Я могу посоветовать один хороший канал, который все это объясняет. Эпоха недоверия называется. Uh-huh. Вот церковь отсюда прекрасно видна. А кому памятник? По-моему, Мельникову. Но мы, как местные, не очень на это обращаем внимание. Как жители Сочи не каждый день ходят на море, так и мы. Может, вообще не ходят. Они обычно после туристов туда ходят, когда сезон заканчивается. Здесь тоже какие-то старые постройки. Так называемый железнодорожный магазин был в советское время. Вот это красное здание одноэтажное, да? Да, тоже, скорее всего, какой-то, может быть, дореволюционный, может, послереволюционный. Ну, типа, в нем деревья уже растут. Так, а это Газпромовская, да? Это у нас отделение полиции новое построили. А, это полиция, понятно. А то цвета, как у «Газпрома». Вот наша доступная среда, пожалуйста, вам. Слушайте, ну здесь, да, здесь она очень недоступная. Ступени здесь просто, не знаю, тележками раздолбили, похоже. А вот это для тачанки. Вот помните, раньше был великоотечественный пулемет «Максим»? Вот, похоже, это для него сделали. Потому что с ребенка здесь поднимать, это, конечно, ад какой-то. Чтобы машину не парковали. Да, грибки наставили. Полусферы. Хотя есть мини-парковка. Но всем не хватает. Потому что... Ну, машин же сейчас много, это в советское время. Проблема в том, что жители всего, можно сказать, любанского, так сказать, поселения, они ездят из деревень, из соседних поселков сюда на электричку. Вот. И поэтому и плюс, и минус. То есть ты можешь всегда добраться до города очень быстро, сравнительно, если по расписанию придешь. Это вот магазины, да, разрушенные. Я еще помню вот этот магазин правый. Так, нам направо. Церковь, наверное, закрыта, да, сегодня? А, не, открыта, смотрю, кто-то идет. Красивая, небольшая. Но это основная в Любани достопримечательность. Ну, в общем, да. По-моему, церковь Петра и Павла она называется. Построена железнодорожниками для железнодорожников. Пользуются все местные жители. Красивая, конечно, немножечко неухоженная. Фасадик. Немножко, да, поплохело ему. Ну, реставрироваться она давненько. В 90-е она вообще была разрушена практически. Так, а в 90-е много так. Церкви были все в таком состоянии, непригодные. А вот там уже впереди частный сектор, да, я понимаю? Да, да. Там что-то видно, что-то белес это, сохнет. Вот это классическое двухэтажное кирпичное здание, которое просто облагородили панелями. Смотрится РЖД. Интересно. Это явно собственность РЖД, да. Ну, так, можно, ну, конечно, прогуляться туда. Нет, так пойдемте сразу на вокзал и как раз памятник посмотрим. А потом уже съездим, я вас отвезу в этот частный сектор. Ну, тут, наверное, под 100, да, летит. Ну, быстро. Сейчас он не очень быстро едет. Не очень быстро, он еще быстрее часто ходит. Они же там километров 300, да, он где-то едет? 270. Да, 200 с чем-то, да. Вроде как 3,5-4 часа до Москвы. Переезд, который очень часто закрыт на несколько часов. Есть вот дорога под мостом, я ее покажу позже. Угу. Сейчас затапливает через раз. Когда паводок. Ну, естественно, все это размывает. Ну, да, качество дороги, конечно, шикарное. Мосты уже обе половинки современные. Так, это железнодорожный мост, мы проехали под ним. И у нас речка Тигода весной разливается, и некоторые люди не могут попасть даже на работу. То есть утром, вечером было все в порядке, утром река разлилась, и люди не могут... Это вы про Тигоду. Да, и люди не могут здесь под мостом проехать низко. И переезд закрыт из-за Сапсанов. Угу. И, соответственно, большущая пробка здесь. Да, да, да. А в будни, если в город на машине ехать, в Санкт-Петербург на работу, сколько это времени занимает? Смотря как ехать, часа полтора.
ну, немало-то, конечно. С другой стороны, спальника в Питере можно 1,5 часа да, ехать. Да, да. Единственное, что трасса московская, в общем-то, она загруженная, плотная, но она широкая. Она широкая. Она начали делать развороты, убирать светофоры на въезде в город. Стало немножко проще. Бывали случаи, что 3 часа можно ехать до города. Ходят только до Любани. Откуда до Любани? Ну, Питер-Любань идет электричка. А, конечная Любань. Да, получается. Да. И там типа раз... Дачников меньше. В том плане, что до Любани проще доехать, чем до того же Трубникова или Чудова. Не, ну Трубникова, потом Бабина, Бабина 2, это огромнейшие, там те же Померания, это же огромнейшие дачные садоводческие массивы. Все хорошо здесь, уютно сделали. От деревьев в тень можно посидеть. Так, а дальше мы не пройдем? Ну, там можно выйти, там есть калиточка. А, есть калиточка, да. Местные этим почти не пользуются. Потому что приехал на вокзал, купил билетик и побежал на электричку. Естественно, естественно. А, ну вот, кстати, да, пока вот. Любань, Чудово, Вишера, Акуловка, Балагое, Волочок. Так, вход у нас с той стороны. Ну, там типа сквозной. Тут раньше был ресторан. Я его тоже застал. Вместо вокзала ресторан был? Нет, вместе с вокзалом вместе с вокзалом был ресторан для проходящих поездов. Можно было... Они останавливались в Любани. Скоростных не было. И можно было что-то тут покушать, прикупить. Чугунные колонны несущие. Подшивка, вагонка. О, можно пройти. Это у нас касса. Ох, красота какая! Серп и молот. Привет. Ну, вот такие две колонны есть. Вот у меня такое ощущение, что это, возможно, камины были. Надо же было как-то обогревать. Да, потому что вот здесь пустота, просто заложили. Или штукатурочка бухтит. Красивый вокзал. А такие переходы, друзья, есть во многих населенных пунктах, к тем же там дачным массивам. Здесь вот нет лифта, надо пешком подниматься с тележками и бабушкам с тележками. Конечно, очень удачное, считаю, решение. Где-то есть лифты. Но лифты там какие там? Ну, они небольшие такие, грузопассажирские. Человек на 10 есть. А, на 10. Ну, более-менее, да. Здесь есть вот, как это, наклонный пандус. Туда, туда. Можно искупаться. А здесь можно просто, да, слушайте, прикольно. Лягушек нет? Можно рыбу разводить. Слушайте, хорошо как сделали, молодцы. Иностранные специалисты постарались. Иностранные специалисты были, понятно. Но получается, вот, да, наклонный пандус-то он есть. А, там а, вход с той стороны. С той стороны еще вход есть. Да. Но чтобы пройти, то нужно ножки замочить. Слушайте, ну, конечно, такая конструкция. Я вот на это просто смотрю и, честно, в шоке. Это не инженерная мысль, это какое-то уродство. Много денег, немного фантазии. Ну, во-первых, это стоит много денег, да. Это, знаете, так, у нас бюджет 10 триллионов рублей. Надо вот на один этот переход влепить. Давайте думайте, что будем делать. Ну, полагаю, особым спросом это изделие не пользуется, да? У молодежи чаще пользуется. Молодежи. Потусоваться. Потусоваться, да. Кстати, что здесь есть для молодежи? Секции какие-то? Да, есть. Есть, да? У нас, да, в ДК. У нас в поселке есть плавание, есть музыкальная школа. Есть, что у нас еще есть? Ань, вспоминай, что у нас еще есть. А просто, чтобы подросткам где-то посидеть, там пообщаться, какие-то места общего пользования. Футбольная секция у нас есть, да. Может быть, вы слышали что-нибудь про футбольный клуб «Тосно»? Нет. Который 10-15 лет назад, скажем так, выиграл у «Спартака». Нет. Я просто футболом не увлекаюсь, поэтому далек от этого. Они ездили на гостевой матч в Москву. И там надрали спартачей. Любая, наверное, месяц праздновала с Тосно. Да, было такое, да. Гуляли хорошо.
И вот в обратную сторону такая же Петрушка. Сверху даже вот подснимите, как красиво смотрится. Ну да, вот эти марши, это просто трындец. Просто трындец. Инструкция. И они рассчитывали, что здесь кто-то будет ходить. Кому деваться некуда, ходят. Ходят, да? Да, если телегу какую-то тащить. Ну, если там, она коляску. Тяжелая, согласен. Да, если одна мама, допустим, 20 лет с коляской, ей физически не поднять ее сюда. Слушайте, вот сейчас на улице плюс 21, но здесь вот чувствую такой парник, реальный парник. Ну, так поликарбонат для парника и делают. Красавцы, что сказать. Есть у нас, вот, пожалуйста, даже указатели повесили. Раньше не было, да? Раньше не было, да. Да крыса побежала, офигеть. Воды нет, но есть крысы. Я вначале подумал, не увидел пока электричество, подумал, что это, знаете, для полиции там этих алкоголиков сюда закрывать, типа КПЗ, а нет. И вот туда крыса убежала, где провода. Да, вид, конечно, мусор, голубиный помет и все такое. Зачем было делать ниже уровня земли, непонятно. Бассейн хотели устроить. И многие дачники едут из города с пустыми, можно сказать, руками, закупаются здесь любыми продуктами, едут уже на дачу. Поэтому местным жителям в понедельник бывает еды не хватать. А посмотрел, здесь однокомнатные квартиры, там от 2 миллионов можно купить, но они такие все будут еще с ремонтом Советского Союза. Да, да. Дома стоят чуть дороже здесь. Вот сколько будет хороший дом стоить с участком земли? 10-20 миллионов. 3-5 минимум. Нет, 3-5 я посмотрел, это обычно вот старый деревянный дом с участком земли. Ну, да, хорошие дома мало кто продает. А, то есть это люди для себя построили, здесь живут, им нравится все. Понятно. Ну и квартир здесь не так-то и много. Здесь в основном, потому что здесь и домов немного. В основном это здесь частный сектор. 90%. 90%. Да. Ну, опять же, мясной, алкоголь. Ну, алкоголь это везде, это да. В новостройках тоже первое, что открывается. То есть вокруг него просто стоишь 23-этажный дом, и все в порядке. Ну, видите, здесь 23-этажный, чтобы построить, нужно это кому-то продать, кто будет в Любани покупать. Да, места здесь, казалось бы, много, но это никому не надо. А потому что Вот станция, да? Ну, поставь станция, рядом со станцией, 5 минут до станции, час до Обухова. Чтоб дом, имеете в виду? Да, да, да. Но здесь дорого не продать. Они же хотят дорого продавать. Это мы с вами заехали в частный сектор. Да, так называемая Старая Любань. Тут все основном такие дома однотипные. Это, я так полагаю, еще довоенные, да, постройки? В большинстве своем. Но Великая Отечественная прошлась по Любани сильно. Ну, здесь же фашисты. Да, да, да. Много домов сожгли. И принцип, как на дачах тоже. Вот несколько улиц, по улице несколько домов. Эти улицы идут друг за другом. Если сверху, да, смотреть по карте, то все видно. Они такими прямоугольничками сделаны. Да. Но здесь транспорт никакой не ходит. Только пешком или на личном. Опять же, двум грузовикам тут не разъехаться. Так а тут и двум машинам-то тяжело. Ну, легковушкам еще как-то. Но здесь я смотрю, газа здесь нет, только электричество есть. По-моему, нету. И вот такие вот. Отворотки и все. Все грунтовка, все сами подсыпают. Где администрация, где сами люди, где что. А грейдер хотя бы проходит, чтобы периодически, да. Периодически есть. Зимой люди жалуются на отсутствие прочищенных дорог местами. Центральные как-то чистят, а вот такие проезды не всегда. В школах места есть для детей? Да, не переполнены? Да. Свободно, да? Вот у нас в поселке одна школа на 600, по-моему, мест. А вторая младшая, я даже что-то не помню. Угу. А сады и детские тоже все в порядке с местами? Ну, я жалоб не слышал. Мы с рождения, так сказать, записываемся и без проблем нас приглашают. Ясли там две обычно группы набирают. Ну, у нас бабушка учительница, и внук вышел на работу на склад и заработал больше, чем бабушка с 40-летним стажем. Частный сектор. А сквер имени Зайцева. Кто это? А, это железнодорожник, так. Угнал был на принудительные работы в Латвию. Вернулся в Любань, поступил в ремесленное училище, служил десантником. И в честь него вот такой сквер сделали. Душевно здесь, я скажу. Ну, там в низине речка. Вот туда прямо, да? Нет, левее вот туда прокошено, вот там можно дойти до речки. Но она там совсем такая тихо-то? Неглубокая. Да. Не Кура вброд перейдет, называется. Ну, вот дом, смотрите, такой приличный, большой дом. Я так понимаю, здесь какой-то специфический частный сектор для богатых, да? У кого деньги есть. Ну, это максимально близко к вокзалу, максимально близко к центру города.
что здесь вот такие дома современные, достаточно большие, красивые. Ну, когда эти дома строили, здесь был просто лес. Угу. А потом здесь уже сделали парк позже. Ну, и детская, это вот одна из детских площадок, ну, которая тут есть. Одна из самых крутых детских площадок в Любани. С травмобезопасным резиновым покрытием. Ну, близко не будем подходить, потому что там дети, что потом это никто не говорил, что моего ребенка сняли. Спортивная площадка и детская. Ну, тут пару качелек. Крутилка. Крутилка по лазилке, ну и, в принципе, все. Ну, кстати, парк ухоженный, видно, что травку здесь косят. Вот такие светильники, как в центре Санкт-Петербурга. Ну да. Не, это считается хорошим парком. Я не знаю, это поля, не тополя. А вот это тоже сразу сделали? Уже да, по... Или да. Сразу? Уже да? Испортили, правда, немного. Ну, красиво, резьба, конечно, классная. А рассказывайте, Алексей, куда мы с вами приехали? Это центр совхоза Любань, так называемый поселок Любань. Администрация здания, здание ДК или... Даже я не знаю. А ДК вообще работает? Такое ощущение, что уже... Ну, в ремонте давно. Пытались что-то тут капитально отремонтировать, но что-то пошло не так. Зато пункты выдачи Озон есть. Магазинчики частные. Пятиэтажечки из кирпича. Вот, хрущевка. Ой, не хрущевка, а дома-корабли справа. Тут такая обычная панелька. Ну, где магнит пятерка, их сразу видно вот по этим убогим тележкам. Здесь, по-моему, Дикси. Дикси? Ну, да. Дикси тоже, да, они возят продукты как раз с них. Пойдем сразу отсюда зайдем, посмотрим. Ну, тут, я полагаю, советских времен особо да, ничего не да, изменилось. Да. Я даже не удивлюсь, что здесь асфальт советских времен. Скорее всего. Что навряд ли кто-то здесь что-то менял. Нет, сфера явно современная. Ну, сфера, да. Для кого эти дома? Для железнодорожников строили? Нет, это поселок был, совхоз. А, для... Совхоза Любань. Для совхоза. Совхоз был богатый, строил себе дома. До 90-х годов. Ну, вот площадка уже современная. Ну, вот видно, да, был классический советский магазин. Первый этаж коммерция. Ну, да. Ничего за столько лет не изменилось. Скамейки с тех же времен, трава с тех времен. С урночкой, с маленькой, пожалуйста. Ну, все как нужно, да, вход в подвал так отдельно сделаны. Ну, тоска какая-то здесь. Вот площадки с современным покрытием, пожалуйста. Ну, у меня в детстве такое же было современное покрытие. Но вот качелька похожа вообще с советских времен, только ее, видно, немножечко подреставрировали. Вот такие же качели в моем детстве такое же было. Песочница современная, ну и скамейки, наверное, современные, и вот этот спорт. Там какие-то тренажеры. И вот дальше, вот там тоже, да. Ну, это очень Наксил похоже, один из таких, скажем, недорогих производителей оборудования. Водонапорная в башне стоит. Современная модульная котельная. Ну да, кстати, прикольные они сейчас. Небольшие, компактные, не как раньше. Ну, тут, в принципе, все, больше ничего нет. В общем, да. Несколько домов, да, и вот весь поселок. Весь поселок. Да. Ну, там современный дом, но туда... А совхоз чем занялся? Здесь корову, что здесь было? Также были поля, что-то сажали, капусту, морковку, там, не знаю, картошку. Ну, то есть овощи, понятно. Овощи там. И ферма, да. Коровники были почти в каждой деревне. А сейчас что с коровниками стало? Развалилось. Все развалено? А мы можем съездить в какую-нибудь из деревень, я вам покажу. Да, давайте. Стало. То есть родители с колясками гуляют здесь, потому что больше никуда не ходят? Ну, пройти. Вот поселок весь, можно сказать, мало места и машины, везде машины. Здесь по этой дороге машин меньше всего, поэтому и гуляют. И мы со своими детьми тут же гуляли. Угу. Самый большой променад вокруг поселка. Так, а вот он уже совхоз. Совхозные гаражи. Здесь была куча техники всякой разной. Я в детстве помню, когда... Голландская фирма «Агрика» заинтересовалась нашим совхозом. Пригнали джондеры, трактора, сеялки, копалки, комбайны какие-то. Все вот было цвело и пахло. Теперь здесь вот стоянка грузовиков. Борщевик теперь у вас здесь цветет, да, и пахнет. Дальше там еще пилорамы. Здесь овощи-гноилище. Слушайте, ну борщевика просто тьма. Не и это совхоз, это совхозная земля. Он должен с ним как-то ведь бороться. Должен. Вот эти ящики для картошки, то есть какую-то картошку здесь сажают, какую-то картошку привозят из Белоруссии, из Дагестана. А, ну вот она для картошки, да, вот эта да, штука. Да, перебирать ее. Ну вот покошен он тут, как-то попытались с ним что-то сделать. А вот эти слева парники, это что? Это тоже совхозная, это вот пожарная часть старая, которая заброшена. Угу. А это вот справа ферма.
вот это въезд в овощехранилище подземное. Угу. Не знаю, глубину не был там никогда. А полагаю, там нет никакой глубины. И вот тоже теплицы вон там торчат заброшенные. Вот эти ящики для картошки стоят. И борщевик. Высоковольтка, борщевик. А, ну вот, вот здесь же тоже получается. Вот сюда же машина заезжала. Да, да. О, а его закрыли этим листами. Ферму-то нашу. Всего нормально. Кто-то купил, наверное. Мы в прошлом году ездили свободно, тут можно было все посмотреть. Значит, купил кто-то. Чисто так. А, вот, наверное, галактика стоит. Да, стоит бочка за молоком приехала. Вот здесь. Основные за фермы за забором. Угу. Здесь уже молочные эти. Молокохранилище, или как его назвать. Вот чисто, как сказать, натуральное молоко здесь забирают машины, везут на заводы. Ну, не во все йогурты идет натуральное молоко, я думаю. Согласен. Не все йогурты так полезны. Одинаково полезны, да. И вот, ну, сама ферма вот огорожена железным забором. И дороги раздолбанные. Одно название, направление. А ночью, если поздно, там, в 11-12 в Любани идти страшно или нет? Опасно ходить или нет? Ну, более-менее. Прям вот какой-то дичь. Лучше не ходить, да? Лучше не ходить, но ходим. Куда деваться? Или на такси. Или, какой контингент или здесь в основной массе живет? Да большая часть, скажем так, самых заядлых алкоголиков и наркоманов куда-то делась, неизвестно. Думаю, подписчики догадаются. И стало немножко спокойней. Но появилось больше иностранных специалистов, которые ночью тоже не вызывают доверия у местных жителей. Поэтому стараемся не высовываться лишний раз. А вы сами, Алексей, в доме живете или в квартире? В квартире. Я родился в доме в деревне. Прожил практически 20 лет в своем доме с печным отоплением. И больше не хочу возвращаться в такие дома. Потому что печное отопление. Да, дрова, вода купи была из колодца. Купи, накали, воды наноси. Да. И было, в общем-то, прохладно. Топишь печку. Два раза топили печку утром и вечером. И не всегда было хорошо. Бывало, что очень холодно. А в квартире сейчас как? С отоплением, с водой? Сейчас тоже у нас в поселке поставили современный модуль. Нам хватает, очень тепло. То есть в квартире получается комфортнее вообще? Да, да. Но вот из-за этого переезда, когда идут сапсаны, получается, все перекрывает. Да. И здесь собирается огромная пробка. И просто, то есть здесь шлагбаум, вот эта труба и плюс еще вот эти барьеры. Чтобы точно, да, видно, проезжали люди раньше. 320-я идет на Тосно маршрутка, она со светофора выходит и идет в сторону Тосно. Угу. Правую, как правильно сказать, часть поселка забирает, да. А левую нет. Да, та сторона там ходит до Бабина, по-моему, три раза в день автобус. И забирает ту часть иногда. Воинское захоронение. Вот он, кстати, отсюда вокзал виден. Вот он. Фамилии наших бойцов, которые отдали жизнь за нашу родину. Герой Советского Союза. Вот видите, вот как в деревнях жили, там были по 11, по 12 детей и очень много вот одни и те же фамилии, в принципе. И здесь обратите внимание, сколько много людей, сколько много фамилий. Ну, это современно парковую такую зону сделали для людей. Недавно. Кирпичный дом, обычный классический советский. Ну, здесь так тихо, приятно, хорошо. Пункт выдачи, Магнит, Пятерочка. Это вот этот, да, долгострой, который уже лет 15 строит? Долгострой, да. Панельный дом, да, ну, начали бодро. Смотрится так симпотно, а до сих пор достроить не могут. Причем он лет 10 стоял, просто панели голые, без краски, без окон, без ничего. Ну, краска пока вроде с панели не полезла. Это вот недавно покрасили, наверное, пару-тройку лет назад.
Здесь вот панельки с плиточкой, с мелкой. Ну, это вот советские, да. Это серия там. Специфическая. Прямо по курсу садик Любанский. Ну, кстати, да, вот эти проекты во многих таких небольших городках. И мне нравится, что проект специально был для детского садика разработан. У них огромнейшие окна. Практически сейчас как модно панорамные иметь. И в таких садах, как правило, хорошие воспитатели. Да, сами местные жители все, и дети местные, и воспитатели все здесь где-то живут. А сверху видим интернет-провода, набивное покрытие, современное уже. Поребрик современный, бетонный. Такая хаотичная парковка. А почему в город не хотите, в Питер переехать? Или возможности нет? Да нас здесь вроде как все устраивает. Здесь работа недалеко, в Тосно, тут полчаса ходу. Да, Тосно, да, здесь недалеко. Дорого, вот, ну. Я вам покажу квартиру, которую у нас за 5,5 продают. Угу. И однушку в Новосаратовке за те же 5. И вы сравните. Ну, Новосаратовка, по мне, это такое дно. Ну, после нашего городка... Потому что там просто в колхозном поле построили вот эти высоты. Так мы всю жизнь прожили в этих колхозных полях. Для нас новый современный дом, ну и что, что он стоит в полях. Зато мне ехать до метро, ну, не мне, ребенку будет в два раза быстрее. Поэтому меня как бы... В этом плане меня устраивает. Да, там много тоже иностранных специалистов покупают себе квартиры. Да, там много сдаются, сдаваться будет. Гетто так называемый будет, не будет, никто не знает. Не, ну просто одно дело, вот это в советское время в полях построили, где вот у вас пятиэтажечка, какое здесь количество жителей, какое там количество жителей. Вот это огромная разница для меня. Ну, в общем, обычно такой классический советский дворик, гаражи, дома. Вон эти, натянута веревка, где белье раньше сушили, сейчас не знаю, кто-то сушит или нет. Напротив тоже, вон, смотрим, такие двухэтажные дома. Старые советские еще тоже постройки. И все в зелени, вот много пойдемте зелени. Пойдемте кружок, да, сделаем. Ну да, за это время же много чего выросло. Просто в то время выдавали квартиры бесплатно, да, бесплатно государство. Да. А в наше время мы их покупаем. И когда вот мне вот это все вот рисуют на картинке, на рендерах, а потом ты приходишь, там голые поля, ну я хочу жить вот как они нарисовали. Я не хочу еще 20 лет ждать, пока там что-то вырастет. И такие деревья в нынешней реальности, это все можно посадить. Прям, да, уже достаточно взрослые, там, 10 лет. Но допустим, это стоит денег, поэтому, соответственно, никто этим, да, не занимается. А вот это что у нас за трасса? Это вот московская трасса. А, это уже московская есть, трасса. Да. Ну, вот большой плюс нашей локации в том, что здесь вот проходит московская трасса и железная дорога на Питер-Москва. Ну, минус, вот у нас пробки днем, мини-пробка. Ну, соответственно, я так полагаю, в будние дни, в часы пик, здесь просто очередь колоссальная стоит. Как раз-таки в будние дни здесь меньше людей, чем в выходные. Потому что все уезжают на работу куда-то. А в выходные очень много дачников. Ну, ты же с утром выезжаешь, все равно же машин будет больше, кто едет, нет? То есть примерно так же, да? Примерно так же, даже меньше. Ну, прям вот к вечеру будет пробка до, ну, грубо говоря, до того места, где мы остановились. А, ну вот где вот там, вот сейчас ребята практически, да, идут. Да, ну, да. Это не так-то и много из-за светофора. Ну, по местным меркам это огромная пробка. Ну, а так мне вот здесь сосны нравятся, знаете, здесь еще был бы запах моря, вообще было бы классно. К сожалению, у нас иногда бывает запах с фермы. С фермы. Ну, и возят с птицефабрик сюда отходы, которые Синявина, вот откуда-то оттуда везут, и здесь в полях выгружают. Потому что там вроде как нельзя, у нас, наверное, как-то можно. Ну, там просто будет больше людей жаловаться, видно, здесь. Ну, и может быть, да. Видно, что это все современное, да, вот эти фонари. Не, ну вот это, да, современное. Понятно, что вот сосенки это еще с тех времен советских. Никто их не сажал. Фонари, да, современные, и все. Судя по всему, их именно посадили, они так ровненько растут. Ну, их посадить, да. Причем, вот видите, везде одинаковое расстояние, где-то понятно, что вот она не выросла, а так, да. Не удивлюсь, что это какие-нибудь пионеры. Вот местный колорит, пятерочка. Там на втором этаже какие-то магазинчики. Ну, тоже коммерция, понятно. Одежда. И вот зелок стоит с промыслом местных жителей. А, дрова продают. Да. Сколько такая машина около стоит? 20 тысяч, по-моему, 20 тысяч колотых. Да. А не колотых. По-моему, лесовоз с длинными хлыстами, что-то 25 стоит, дешевле немного.
Ну, вот это на зиму не хватит. Нет. Не этого хватит. На зиму не хватит. Нужно сколько на зиму? Машины две надо, да. Две минимум. Две минимум, да. Я помню, у бабушки в деревне у них огромная была. Тогда дома были немножко другие. Они были на... у нас из дерева сделали вот такую. А, любань, слушайте, да, да, красиво. Да, скамеечки. И почему-то забыли забор демонтировать. Убрать или наоборот, должны были все закрыть полностью. Ну да. Непонятно. Ну, прикольно, кстати, красиво смотрится. Вот трасса, оживленная трасса. Вот я здесь не слышу машин, реально не слышу. Да. Потому что деревья глушат звук, дома, которые там стоят, тоже глушат звук. И вот сюда попадаешь, ну, потому что я знал, что здесь трасса проходит, но вот просто даже, ну, было неожиданно, что это вот именно московская она. Трасса. Потому что от нее обычно грохот стоит, шума много. Да, его вот, светофор отработал, да, вот опять все. Пробка набралась. Ну, понятно, да, сейчас зеленые они все проедут. И следующий опять так же наберется. Вот днем тут, выходные дни, плотно. В городе также. Кто, кстати, там не любит большие города, то, да, например, ты в IT-компании работаешь дома на удаленке, тебе главное, чтобы интернет был хороший, то можно здесь и дом купить, либо построить, ну, скорее всего, построить, либо квартиру себе купить. Этот мост, у меня есть история. Вот, так, да, рассказывайте. Этот мост однажды зацепил самосвал. Ого. И уронил этот мост, в общем, на дорогу практически. Одной стороной он упал на этот самосвал, второй стороной на контейнеровоз. Местных жителей трясут частенько по выходным. Проверяют документы? Да. А у нас махновщина тут немножко процветает. Это бывшая ПМК. ПМК это что? Что-то было связано с ремонтами дорог. И вот тоже все превратилось в какие-то склады непонятно чего. Какой-то старой убитой техники. И на их местах очень часто пилорамы. И вот там вот вдалеке пилорама. Угу. Самых одобрых. Черная лесорубы-то есть? Наверное, мы не знаем. Двухэтажная типовая застройка, таких очень много. В различных городках, деревушках, всем остальном. Входная группа, деревянные двери, похоже, еще советских времен. Вот так выглядел приямок, он был закрытый. Вот там закрыли забралом, чтобы была вентиляция подвального помещения. Здесь видны следы влаги. Похоже, вот отсюда прям затекает. Ну вот смотрите, да, как почтовые ящики, небольшое количество квартир, деревянные перекрытия. Деревянные лестницы советских времен. Вот можно подняться, посмотреть. Три квартиры, получается, на площадке. А не удивлюсь, что у них холодильники встроены в стене были еще. В советское время так часто делали. Ну, вот такой обычный дом. В то время это считалось очень круто. Вот интересно, что здесь, конечно, с отоплением. Оно здесь печное, либо все-таки... Нет, скорее всего, здесь современное отопление с радиаторами. Здравствуйте. Места для хранения, заросшие поля. А нет, друзья, здесь похожие панели бетона. Вот видите, как у балкончика. Дома эти чем хороши, что маленькое количество, всего лишь вот получается здесь два подъезда, три квартиры здесь, на втором тоже три, шесть, 12 семей всего лишь живет, двушки и трешки. Все семейное делали. Вон, видите, чтобы телевидение работало, какое большое количество здесь спутниковых антенн. А вот это окна санузел, канализация как зовут, место барбекю. Еще аналогичный похожий домик. Вот здесь так и живут люди и частный сектор. Наша высотка. А как поселок называется? Поселок Сельцо. Это вот эта девятиэтажечка, да? Да, девять похоже. 88 километров от центра Санкт-Петербурга. И здесь уже вот такая, друзья, красота. Двухэтажные дома. Советская постройка. Кирпич оштукатуренный. Люди белье сушат прямо во дворе. А это слива, что ли? Нет? Да. Слива, да? Да? Офигеть. Здесь слива и тут слива. По-моему, та вишня или та следующая вишня. Ну, вот что-то да, такое ощущение, что вот это вишня. Я вначале подумал, что не пока... А, нет, это слива тоже, да, вот сливы видны. Вишня, значит, да, вот вишня, вот она. Ну, это, я понимаю, жители сами сажали. Да? Да. Но проблема в том, что дальше идет школа. Вот это окна квартир, а вот там уже школа. Там школа? Да. А почему? Школа с 1 по 5 класс. А это недавно построили от школы, да? Да, для школы стадион, да, здесь. Днем занимаются школьники, а целый день, целый оставшийся день гоняют дети. Местные, да. Ну, на первом этаже две. Одна на первом, а одна на втором, да. Потому что вот эта стена уже глухая. То есть вот здесь уже школа. Это, кстати... это эхо 90-х. Это вот это? Это эхо 90-х, да. Ничего себе. Да, в свое время отделили себе подъезд, и учителя строили сами себе вот эти квартиры, ну, а как, отделывали. Угу.
Чтобы рядом жить со школой, понятно. Да, типа того. Ну, здесь хотя бы панели перекрытия, здесь вот здесь кирпич, марш. Бетон. Да. О, слушайте, ну да, когда одна квартира на площадке, тут это да. все и двойное. У нас прихожая прямо на лестнице. Такая скромная квартира. 4 комнаты у вас здесь. Да. Давайте с кухни начнем. Проходите, вот кухня. Небольшая. Рыжий красивый кот большой. А, здесь окно получается во двор, который мы видели. Да. Где сливы и вишни. Да. Елочки. Кухня небольшая, но тут нормально, уютно, местное есть стол. Семья из 4 человек, места как-то хватает. Угу. Комната старшего ребенка. 3 на 4. Слушайте, большая комната. Ну, больше некоторых студий ванна. Получается. Ну, ванна с туалетом совмещенные. Ну да, нормально. Перекрытие здесь же панели, да, бетонные? Здесь бетонные плиты, да. Стены кирпич. И здесь еще 3 комнаты, получается. Здесь зал у вас. Да. И еще 2 комнаты, еще 2 спальни, да. Так, а это у нас окна куда выходят? Наружу, там другие дома стоят. На соседний дом. Ну, грубо, да. Угу. Так, что еще покажете? Пойдем со дворы посмотрим. Двор посмотрим, площадки детские без набивного покрытия. Ну, из нашего детства. Из нашего детства, да, да, да. Мы даже не знали, что такое есть. Да, тут заросшее, это так все неплохо. Ну, вот тополя старые, опасные. Вот сверху, если посмотреть, лежат сучья вот сломанные. Ну, они же, да, они же внутри, оно такое хрупкое достаточно дерево. Но тополя же сажали в советское время, потому что они очень много кислорода дают. Да. Я имею в виду заросшее, что вот это здесь никто ничего не стрижет. Ну, никто не косит, да. Борщевик тут, репей. Вот репей, да. А, и борщевик. Да, и борщевик. Ну, ничего себе. Это, походу, советских времен еще этот стенд стоит. Ну, это стенд для управляющей компании. А-а-а. Объявление. Куплю авто. Здесь как это, в Советский Союз попал. Так да, здесь ничего особо не менялось с тех пор. То здесь даже асфальт... Чуть-чуть асфальта подляпали. А, его потом разбомбили. Ну, детская площадочка такая тоже, да. Вот укатано кто-то себе какого-то асфальта, кто-то камней, кто чего, кто во что, гораздо. Ну, обычно же как, когда вот столько мало людей, то всегда люди договариваются, там, кто куда паркует, да. У каждого свое да, место. Тут мое место, не дай бог встанешь. А вот это что за одноэтажный домик? Это у нас поликлиника. Ага, ничего себе. Местная. Работает? Да, по рабочим дням. Но вот здесь, знаете, вот реально в какую-то, не знаю, в далекое такое ощущение, глубинку попал. Если не знаешь, что ты в 88 километрах от центра Санкт-Петербурга. А это что? Я не знаю, что в нем было раньше. Сейчас там сверху живут, а внизу благотворительный фонд. Ну, только сказали, мы пришли траву косить. Ну, да. Ну вот такое ощущение, что всего один косарь на всю деревню. Вот здесь другого типа дом. Не знаю, можно зайти в подъезд. Трехэтажка, ну, тут открыто, да? Интересно посмотреть. Дверь с того времени. Вау! Комары. Ну, у вас липа есть. Ее можно нарвать. И варенье очень вкусное, и чай из липы очень вкусный. Это вот эти красные дома, да. Это агротехник бывший. Это гаражи, вот чуть левее. А, вот оно все. Да. Ага. Там еще здание ПТУ 54 за деревьями, которые тоже в 90-е закрыли. Трактористов, машинистов, экскаваторов, любой техники. Ну да, колхозы уже нужны были. Да, да. И кто техникой будет управлять, и кто ремонтировать и обслуживать тоже будет. Тоже у нас модуль поставили отдельно для нашего поселка. Ну вот это хорошо. Горячая вода и тепло, и всегда. Здесь раньше были поля местных жителей. Картошку сажали. Сейчас опять все зарастает бурьяном. Борщевиком. Борщевиком, Борщевика, да. Что-то вообще очень много. А, это вот эта старая котельная, да? Да, да. Это я в ней работал в 98 году. Здесь была мазутка. Там дальше стояли баки для горячей воды. Все, что железное, все... вычищено до последнего гвоздя. Кто металл не воровал, тот жизни не видал. В центре поселка еще вроде ничего, а здесь вот развалины.
Ну, эти, да, то, чтобы это все демонтировать, это тоже деньги на это нужны. А те, кто брал металл, они хотят тратить эти деньги. Ну, так он, наверное, ну, давно уже проб... ронять определенным образом. Ну, да. Не, ну, труба-то такая смотрится нормально. Не убитая еще. Бывает, у них состояние намного хуже. Ну, ее некуда ронять. То есть там подстанция, тут подстанция, тут дома. Тут ее надо направленным взрывом как-то. Да, вечером, наверное, здесь страшновато ходить. Аня. Ну, туда лучше внутрь, ну, не заходить. Ну, просто, да, снаружи. Здесь было три котла. Там вот насосное было. Тиктоки снимают. Молодежь тут, да. Привет блогерам! Как жить, молодая? В общем, местное место для тусовки. Да. Днем молодежь, вечером взрослая часть населения, скажем так. С бутылками, с, да? С бутылочкой, да. Много бухают здесь? Ну, порядочно. Вот была прачечная, баня. Здание осталось, все закрыто. Что внутри, неизвестно осталось. Там странно, кстати, что баню-то закрыли. Там дальше есть погреба. Угу. Вот погреба строились вместе с поселком. Из плит, из бетонных, из кирпича. Работали экскаваторы, краны. Вот, кстати, да, вот тут, вот смотрите, какие вернулись балконы, да, угловые, круто. Вот тот дом, угол торчит, Гатченко, по-моему, называется проект. Белый, который? Белый, да, с белым крыши, углом, ага. Который дальше. Вот, который белый, да, желтый? Да, да. Чем примечателен? Тем, что он большие, у него подъезды, большие комнаты. А этот дом, который ближе, этот из фанеры. Из фанеры? Ну, практически, да, вы можете посмотреть на стены. Они почему-то все вот так вот. Он встроен самый последний, уже в каких-нибудь 10-х годах. Так, а вот это сама школа? Да, да, это вход в школу. Это школа, интересно. Здесь у нас пешеходная улица. А, ну да, как раз мы его там повернули. Тут нормально, вместо лежачего полицейского просто... Это самый надежный знак в Российской Федерации. Дальше не проедешь. Да. Ну, раз здесь две школы, начальные для старших, то есть, получается, совхоз был очень большой. Да, да, да. Друг, большой весь поселок за счет совхоза построен. Ну, да, хозяина такое ощущение, что здесь нет, потому что как-то все такое неухоженное. Можем разбитое. Вот там пройти, вы посмотрите, в каком состоянии самый главный Бродвей практически. Бродвей. Аня, прав. Это вот здесь. А, да, я понял, да. Почему здесь тусовка была, мы проезжали здесь, да. Красные и белые, это понятно. Ну, здесь весь поселок ходит мимо, вот всегда. Ну, и плиты вот достаточно знакомые. Плит. Ну, понятно, да, то есть грунт ходит, нужно поправлять. Но... Этим плиткам, как сказать-то, возраст этих плиток больше, чем мой. Ну, круто, что вот здесь бассейн есть. Да. В городе не в каждой школе есть бассейн. Ну, это вот последние года Советского Союза успели построить. Даже в Тосно не успели построить. Хотя Тосно райцентр. Совхозная контора. Да, тут фасад-то такой уже, еле на ладом дышит. Вряд ли его давно ремонтировали. Вот этот дом вот справа, слева, вот точно такой же, в котором мы живем. Только к тому дому пристроили школу, а к этому пристроили вот этот шестой дом. А принцип такой же, его просто отделали плиткой. А изначально это вот с каких-то 50-х годов эти постройки. Послевоенные. Зато двери новые. Вот она, доступная среда во всей красе. Все, в советское время это особо не запаривались. Ну да, а как людям с колясками там. Ну, а знаю, сейчас, да, то, что по-нормальному это надо реконструкцию, да, проводить. Вот здесь. Здесь, ну, как бы с нормальными ногами-то, в принципе, спуститься. Опасно. Просто смотрите, друзья. Такое ощущение, то ли это они, бетон умер, то ли уже бушный сюда клали. И тут и так, и... И так, и так, да. Когда-то это была гостиница для совхоза. Сюда приезжали делегации какие-то. Здесь была столовая совхозная на втором этаже. Посадочных мест, наверное, на 50, не меньше. Сейчас тоже внизу пятерка, наверху почти все заброшено. Ну вот, людям с коляской здесь вот пандусы для колясок. Такие перепады высот. Тут какая-то разруха, да, полнейшая. Один дом с лифтами во всем поселке. Ну, потому что выше 5 этажей. Да.
потому что по нормативу до 5 этажей включительно можно без лифта делать. И вот они, наши колясочные. Слушай, ну ничего себе, какая гостиница-то была. Здесь когда-то был холл. Этот, или это еще современный уже? Да, это уже делали потом. Вот колясочная справа от вас, слева. Нет, это закрыто. Вот, вот, вот слева, а, вот это колясочная. Вот узнаю, советская отделка обычная. А здесь был холл. Ну это получается вход раньше в гостиницу был, да? Да, да. И нету никакого пандуса, никакого подъемника для инвалидов, ничего. Ну так это же гостиница. Зачем это? Вот обратите внимание, слева лифт. Первый же лифт. Не работает уже лет 20 или 30. 20 лет не работает? Вот, да, сколько мы себя помним, он не работает. Работает только один. Казалось бы, один из них должен быть грузовой. Но нет, это два маленьких пассажирских лифта. Ну, потому что гостиница. Да, да. Прикольное объявление. А куда делось объявление о том, что он не работает ночью? Или его на ночь отключают? Подождите, лифт отключают на ночь? Во сколько включают его? Его 23:30, что ли. Вот было объявление. Сейчас вырубают. Вырубают и около 6 утра включают. Это они типа электричество? Экономят, нет, чтобы не сломали лифт. А-а-а. Чтобы он прослужил дольше, потому что, вы же понимаете, лифт 1 на этаже 9. Ну. Ух ты! Видовые квартиры. Швеллер? Ну да. Вот они гаражи, вот там дача, где дым идет. Это все. Ну, вот там отсюда вот вдалеке, хороший. Вот мы заезжали куда? Вот эти дома, вот там вот техника вот эта разбитая, где мы заезжали. Слева гаражи. Прикольно, смотрите, последний этаж, да? Там, наверное, техэтаж. Там здесь балкон, нет, да, здесь даже выхода на него нет. Для чего его сделали? Чтобы типа было. Для красоты. Для красоты, да. А его там тоже сверху. Грязь на крыше. Вот, кстати, вот с этих с деревьев он понадувало. Да, вот это да. Мох, видно, мох. Уже посыпался. Ну да, со временем надуло, никто не убирал. Можем пройти в одну из квартир посмотреть. Давайте. Интересно. На замочке. Не, ну здесь просто еще. Это тоже современное, кроме вот этого. Ну, провода-то старые. Провода-то вот старые. Вот они все идут. Ну вот это интернет-кабель, похоже. Вот эту квартиру в 2020 году мы купили за 1,8 миллиона. Ну а сегодня она уже стоит за 5? Ну здесь вложен в ремонт около 500 тысяч. Ну сделали все своими руками, скажем так. Можно пройти, да, посмотреть? Да, да. Балкон. Так, это комната с выходом на балкон. Да, зал. Слушай, это балконище. Бобик. Я, кстати, в советских домах первый раз такой балкон вижу. Вы потому что наращивали? Это не совсем дом. А, это гостиница, да. Потому что, да. И вот видовая квартира. Ночью даже М-11 отсюда видно. Да, вид хороший. А вот это что здесь делают? Это парк еще один делают. Здесь было заросшее все. А чуть дальше стадион. Вот там прямо, даже чуть-чуть выкошено, видите, угол ворот. Видно, там стадион. Ну, вид, конечно, классный на зелень, очень красиво. Балкон просто крутяцкий. 1.5 метра, да? Я могу скинуть этот план. Ох, люстра-то какая. Из Чехословакии теща привезла. Ездила там, купила. Это еще в те времена? Нет, это вот было вот сколько лет, наверное, 5. Отдельно ванна. Ну, ванна, да, небольшая, как в обычном, как в панельке. Ну, да. Санузел, понятно. А, кухня здесь проходная. Потому что было две комнаты. Потому что гостиница, да. Да, да. И люди сами делали отдельно кухню. Угу. Выводили трубы, делали сантехнику, это все. А, это просто коридор был обычный. Это были две отдельных комнаты.
Отдельно была та комната, отдельно эта комната. Туалет с ванной были? Ну да, получается двухместный, ну такой двухкомнатный номер, номер, типа, да. Да, да, да. И вот люди сами сделали вот эту перегородку. Я помню, в Апатитах был то же самое. Прихожу в гостиницу, смотрю, там обычная там девятиэтажка, а это просто гостиница. Да, да. И комната. Перегородка из гипрока. А, ну такая небольшая, да. Тут просто спальня, да. Здесь бетон, а это вот гипрок. Ну, это сами сделали. Да, да, это мы сами делали. Часы с кукушкой. Блин, ну дальше раритет. Слушайте, круто. Очень интересно. А как разрешили-то с гостиницы сделать жилые помещения? Честно говоря, я не знаю. Мы ее уже вот такую покупали с такой планировкой. То есть она уже была оформлена, приватизирована. И мы уже покупали ее. Ну, просто мы сделали косметический ремонт. Двери, обои, потолки, шкаф. Вот здесь было просто прихожая. Сделали, как это называется, шкаф? Ну, шифонер раньше называли. Гардероб. Гардеробный, да. То есть здесь вещи. И он закрывается полностью и превращается в зеркала. От стены до стены. Хорошо, хорошо. Тут и прихожая большая, и комната большая, балкон потрясающий. Его даже можно террасой назвать. Наверное, да. Закрытый. Это лоджия, наверное, да? Ну, такая полулоджия, да. Но там она выступает немножко. А, лоджия должна быть вровень со стеной. Ну да, она вровень с фасадом, а то, что выступает, это уже там балкон, эркер и все остальное. В детстве, так помню, тоже слюняешь эту побелку на спичку, да. Подбрасываешь, вот такие бабочки делаешь. Здесь 30 лет или 40 никто ничего не делал. То есть вот это все покраска. Чистота лестниц, вот без бетона, вот как вот в новостройках-то все это вот заляпано. Ну, да. Здесь было убрано тогда, при постройке. Тут кто бы что ни говорил про советское строительство, например, здесь же и в коридорах, и вот, например, мы на лестнице, здесь же электричество идет. Да. То есть надо обслужить, ты вот это демонтируешь, соответственно, обслужил и поставил обратно. И закрыто смотрится красиво, и доступ есть. А в новостройках часто там такой доступ, что приходится людям идти, управляющей компании, открыто. Ну, где-то вот. Вот открыто, и все видно, да. Понятно, за столько времени уже трубы заржавели, а сейчас в новостройках вот именно такие же и ставят. Сразу ржавые. Изначально, да. И по причине того, что лифт у нас только один, и он обычный, все тяжелое и громоздкое, мы тащим здесь, на 8 этаж, по лестнице. Ну, потому что еще лифт, хоть он и грузопассажирский, но он маленький, туда много чего не влезет. Но, кстати, вот мы ехали на лифте, видно, что он современный, его уже заменили. Выходит в бак, все это вывозится. Вроде как в порядке. Вот эта черная дверь, здесь были технические помещения. Сейчас тоже сделали под квартиру, переделали. Продается, где-то видел объявление. Опять нет тротуаров. Ну так машин не было в таком количестве, их просто никто не проектировал. Сколько здесь машин было? Одна, две, три, наверное. И все совхозные. Это совхозные всегда. Директора совхоза возить, наверное, больше ничего не было. Поэтому смысл было тратить деньги на тротуары. У нас есть вот с советского времени часть детской площадки. Ну, опять же, с коляской тут ходить такое себе. Ну, да. Ну, раньше было ровно уже, конечно, пошло. Зато скамейки те же вот эти советские. Да, да. Элементарная бетонная конструкция сверху, чтобы попа не примерзла. Ну, досочки появились не так давно. Раньше даже досочек не было. А, просто бетон. Просто было, бетон и фанерка. Или картонку, если найдешь. Ну, в смысле, домик Баба-Яги. Вот это одна из самых лучших площадок. Площадок здесь, да. Ну, та бэушная, вот ту привезли бэушную уже. Сбербанк. А, пойдем все здесь. Действующее отделение с банкоматом. Ничего себе. Получается, да, можно в Питере, к примеру, в аренду сдать, здесь приобрести и на пенсии здесь жить. Да, здесь, знаете, кроме пенсии, например, с детьми, здесь, я считаю, достаточно комфортно, потому что большое количество зелени, а чужаков здесь будет минимум, можно спокойно отпускать детей, чтобы они бегали и играли. Тем более, вот сын ваш тоже говорит, он час едет на электричке до работы и спит в ней. Или ты час в пробках добираешься до метро, в метро или на другом автобусе, на общественном транспорте. Это что за прекрасное лицо? Кто
Это солнышко. А, это солнышко. Это тоже с тех времен. Простите, сразу не признал. Детский сад «Солнышко» назывался. И вот строители свояли вот такую конструкцию. То есть она внутри полая. Можете сзади заглянуть. Да, тут видно, что она, да. Приятно жить в маленьком, уютном, зеленом городе. И даже здесь комфортно добираться до Питера, потому что, вроде, знаете, 88 километров – много. Частной электрички – много. Но не с каждого спального современного района, где есть новостройки, можно за час добраться в тот же центр города. И здесь, конечно, стоит жилье намного дешевле. Можно купить дом, построить себе или взять готовый, который строит там... Стоят они порядка там 3 миллионов рублей и выше. В основном это за земельный участок. А квартиры, как я уже говорил, одна комната 2 миллионов рублей. По нынешним меркам, друзья, это просто, не знаю, шикарнейшая цена. Давайте вместе поблагодарим Алексея за такую прекрасную экскурсию, за возможность посмотреть не только Любань, а соседний поселок, совхозы, квартиры, дома и все остальное. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.